5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы мистера Оптимистика, для которой понадобится одна C4. Здесь будет всего 3 ящика. Если мне память не изменяет, и взрывать мы будем. По-моему, они вот здесь находятся. Где-то с этой стороны. Готово. Сломал я 3 ящика, плотницкий стол и плавильню. Вот в этой части базы нет ничего, кроме дивана. Так что взрывать туда и ломиться нету смысла. Открываем ящики. Так, что это? Бинты, хорошо. Алкоголь, который у меня сперли. Талон я заберу. Растительное волокно, болты, подшипники. Пока нормально, дальше идем. Пиво я заберу. Вот это у меня украли. Вот это у меня украли. Части брони. Это у меня сперли. Скорее всего, тут была полная броня. Но так как у меня много лута была в пикапе для рейдеров, она частично исчезла, заменяя то, что у меня украли. Не факт, но по идее должно быть как-то так. Часы заберу. Можно просто схавать. Так, дальше. Микросхема. Вот, собственно, весь лут, который у меня украли в том количестве, который он был в пикапе. Плотницкий стол пустой, плавильня. Плавильня тоже пустая. Ну, в общем-то, все. Брони тут не видать. Странно как-то. А тут еще есть части базы, которые я не знаю. По идее, я в прошлый раз тут же взрывал. Вот здесь вот, со стороны плавильни. Ну, вроде бы больше ничего и нету. Можно, конечно, это сломать. Ну вот, реально мясо нашли. И здесь костер. Но он пустой, к сожалению. Ну, в общем-то, все, больше ломать тут нечего, взрывать тоже. На этом все, ребят. Надеюсь, ролик вам понравился. Оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.